Итак, начинаем наш вебинар. Он посвящен теме обновлений в Склад Pro версии 0.53 и Lite версии 0.66. Так, начнем по традиции со склада. Именно с оптимизации номенклатур. Для товаров у нас добавлен вспомогательный список при редакции или добавлении нового товара. Что такое вспомогательный список? Например, вот у нас есть на экране блины с полужар. Введем слово блины, и нам система подскажет, какие наименования уже у нас добавлены в базу товаров. То есть, если у вас одинаковые товары, например, одежда или там что-нибудь подобное, где необходимо использовать одни и те же, или для редакции, например, блинчики с медом, у нас появляется быстрая возможность работы с наименованием номенклатуры. Следующая оптимизация — это у нас проверка штрих-кода на наличие спецсимволов. Например, для какого-то товара у нас была возможность в качестве штрих-кода ввести разные спецсимволы. На данный момент сюда вводятся только кириллические знаки и цифры. То есть для того, чтобы использовать, ну, плюс точка, для того, чтобы использовать спецзнаки, необходимо их переносить в каталог или описание. Тут же давайте возьмем, например, товар-пакет большой. Тут же у нас добавлена проверка на дублирующийся штрих-код в каталоге 3. Идем в редакцию, идет проверка. При попытке записать данный товар, штрих-код дублируется, продолжит. Система подсвечивает тот штрих-код, который дублируется. То есть, чтобы не искать, что из них повторяется, Склад Pro подсвечивает дублирующийся штрих-код. Перейдем к партнерам. Зайдем под кассиром. У кассира у нас права доступа оператор. Создадим нового покупателя. Ценовая группа. При создании партнеров под оператором у нас всегда закреплена как розничная цена. Редакция такого партнера не меняет ценовую группу. То есть, если, например, за мной первая ценовая группа, оператор сменить ценовую группу при редакции партнера, уже созданного или при создании нового, не может. Это сделано для того, чтобы ограничить ценовые категории по разным объектам. То есть, если у нас объект работает по четвертой ценовой группе, чтобы партнер не чтобы оператор не создавал с четвертой ценовой группы, где для конкретного партнера установится другая цена. То есть все партнеры, которые будут созданы под оператором, они будут иметь по умолчанию розничную цену. Возвращаемся к собственнику. И идем в ценовые правила. Интерфейс чуть-чуть поменялся. Добавлен фильтр, активные, неактивные или все. Добавлена кнопка «Обновить». Добавлена кнопка «Печать». Что это делает? Кнопка «Печать» у нас печатает все отфильтрованные. Секундочку, что-то подтормаживает из-за видеозаписи. Генерируется кристалловский документ, в котором отмечены галочками или крестиками активно ценовое правило или нет. То есть, если нам нужно только активное, жмем печать, и у нас генерируются только активные ценовые правила, то есть сами правила, которые у нас есть. Это удобно для анализа, если у нас есть 600-700 разных правил по разным партнерам, по разным группам и так далее. Для того, чтобы это все проанализировать, это можно распечатать. Удалим это правило. Создадим новое. В ценовых правилах добавлен в самом низу
Дополнительное поле в товаре. Указываем, что у нас есть дополнительным полем. Это штрих-код, штрих-код 23, каталог 123 и описание. То есть мы можем взять совпадение по штрих-коду. Давайте возьмем по каталогу. И здесь напишем ААБ, к примеру. Далее. Изменение скидки, к примеру, 15%. И без исключения. И тут мы видим, у нас добавлено дополнительных две операции, в которых будут применяться ценовые правила. Это удобно для тех случаев, когда, например, правила применяются, например, перед продажей. То есть мы делаем какой-то счет на оплату, какой-то клиентский заказ принимаем, и туда автоматом применяются все правила. То есть добавляются акционные товары, меняется скидка по партнеру и так далее. Значит, мы назовем это правило дополнительные поля в товаре. Как видно, каталожный номер. Структура правила описана в документации, то есть битовое поле в зависимости от выбранных значений. Идем, к примеру, в молоко. Первое молоко у меня содержит каталог ААБ. Также появилась возможность копировать ценовое правило. Оно было предыдущее, но у нас теперь добавилось суффикс копия. Если мы хотим сохранить правило с текущим именем, система нам не даст. Правило с таким именем уже существует. То есть все имена уникальны, и при копировании ценового правила добавляется суффикс копия. Перейдем к операциям, покажу, как работают ценовые правила. Сделаем продажа. Выберем покупателя, магазин, пользователя. И продадим молоко из этой группы, одну штуку. Не помню, где установил. Ладно, установим здесь признак ААБ. Цель такого признака — сгруппировать товары из... Бакалея, по-моему, была. Да. Сгруппировать товары из разных мест. То есть у вас товары находятся в разных группах, разных подгруппах, и необходимо применить правила для конкретно выбранного набора товаров. Сделаем продажу по 4 штуки. Как видно, у меня некоторые товары светятся красным. Это означает, что их нет на складе. Для этих целей добавлена возможность автоматического заказа поставщику. Это при необходимости, то есть вы можете автоматом при создании операции продажи дозаказать те товары, которые у вас отсутствуют на складе. Жмем сохранить. Срабатывает ценовое правило на те позиции, в которых введен наш признак ААБ. Это я так для примера взял, чтобы было понятно. Сохраняем. И у нас... печатаем чек, не печатаем, нам чек пока не надо. И автоматом создается заказ поставщику на те позиции, которые светились красным. Мы выбираем, кто у нас поставщик, и сохраняем данный заказ. Все, автоматом создался заказ поставщику, автоматом мы сохранили продажу, применилось ценовое правило. Идем дальше. Сделаем приход. Или давайте сделаем трансформацию лучше. Трансформацию из... дата 9, окей. Сделаем с 9 в приход. В трансформации документов добавлено выпадающее меню. Данное выпадающее меню позволяет или удалить, изменить полностью документ, или оставить только нетрансформированные строки. То есть те строки, которые будут... Давайте закроем это, чтобы покажу. Операции, трансформации документов. Трансформируем. Как видите, у меня выбран элемент оставить нетрансформированные строки. То есть, если мы сейчас видим 2, 2, 2, 4, 1, здесь мы тоже поставим 2. Эту мы уберем строку. Поставим без нулевых количеств, чтобы система нам удалила. То есть мы делаем сейчас приход. На цены не смотрим. Да,
Нет. Окей. И следующая трансформация у нас подставит только те две позиции, которые я убрал. То есть система будет отслеживать не, например, если это трансформация клиентского заказа в продажу, то есть те товары, которые не были трансформированы в продажу. Если это трансформация заказа поставщиков в приход, то есть те товары, которые не пришли нам реально, у нас будут висеть еще в заказе поставщику как необработанные. Мы можем их сейчас сделать. Дополнительные опции мы добавили. Возможность применения комментария для всех. То есть возможность удаления комментария, если надо, или возможность установки полного примечания для всех строк. Это сделано при трансформации, это сделано при создании новой операции. Итак, у нас есть два прихода. Дополнительная оптимизация в окне прихода – это возможность добавления счет фактуры. Если кто-то использует фактурирование при приходе для указания номера поставщика, теперь можно включить или наоборот отключить данную опцию при приходе. Добавим дополнительный товар. Отсортируем по продажной цене, чтобы мы видели какие-то. Что-то типа такого. На приходную цену не смотрим. Значит, добавим 1, 2, 3, 4, 5, 12, 25, 12, 50. Все остальное нас не интересует. Что сейчас будем делать? Сейчас будем делать переоценку. В переоценке добавлена возможность округлить продажную цену или приходную цену в зависимости от того, что выберете, вверх до конкретного выбранного значения, округлить вниз. Вверх округляет всегда вверх. То есть, если у вас, например, в данном случае 1, 2, 3, 4, 5, если мы округлим до 0,5, оно всегда будет к 0,5. А если мы округлим к 0,01, оно у нас всегда будет к 0,01. То есть, это будет 1, 2, 4, 0, 0, 1. В случае, если нам необходимо вниз, оно у нас округлит вниз до этого, до этих значений. Если математически, это обыкновенное математическое округление. До 5 округляется вниз, выше 5 округляется вверх. И маркетинговое. Маркетинговое округление, это там 207.93, например, округлит 209.99. Или там другие принципы, которые применяются при маркетинговом округлении. Например, вот если сейчас сделаем округление вверх до 0,5, применить, видите, данные были округлены. Если мы сделаем округление до 100, раз, все значения были округлены кратно 100, до 1000 и так далее. То есть данное окно работает, находится оно, повторюсь, редакция администрирования переоценка. Работает оно как для операции, так и для целой базы. То есть если вы открыли операцию, окно открывает и загружает все товары, которые в операции присутствуют. Если вы делаете переоценку для всей базы, то, собственно, информация устанавливается, новые цены устанавливаются для всей базы вне зависимости от операции. Сохраним данный приход. Количество товара нулевое. Кстати, забыл показать по поводу количества товара. В настройках добавлено количество по умолчанию. Настройки основные, количество по умолчанию. Добавляем все те же товары. И они у нас добавляются с количеством 1. То есть раньше добавлялись с нулем. Теперь при необходимости, если это более удобно, идем в настройки, включаем в основных количество по умолчанию 1. Что еще оптимизировано по операциям? Это оплата предоплаты, точнее внесение предоплаты. Редакция оплаты предоплаты. У нас на какого-то клиента на объекте необходимо внести предоплату с конкретной группой НДС. Например, если предоплата вносится без НДС, то указываем 200 рублей и печатаем, не печатаем фискальный чек. Мы его напечатаем, чтобы показать, какая у нас группа предоплаты, если, конечно, это есть в дизайне.
Ну, пока печатается, перейдем чуть-чуть дальше. Закроем. Редакция. Зайдем под товароведом. Товаровед у меня имеет право доступа администратор. Редакция. Документы. Переучет. Здесь под товароведом теперь не светится. То есть все редакции, вся возможность удаления переучета у нас сделана для собственника только. Сейчас подгрузится наш чек, который мы распечатали. И тут у нас НДС 0. То есть та НДС, которую я выбрал при внесении предоплаты. Повторюсь по поводу переучета. Редакция документы переучет теперь для администраторов, пользователей типа оператор и управляющий не светится здесь. Повторная печать все еще доступна. То есть для повторной печати. То есть теперь удалить переучет может только собственник. Вернемся к администратору. Точнее собственнику. И двигаемся дальше. Это у нас например, пусть будет отчет. Отчеты. Ну, скажем, сегодня мы сделали одну продажу. Сегодня. Нет, сегодня сделали приход. Окей, пусть будет приход. А, дата 9. Извиняюсь. Дата 9. Что у нас здесь добавлено? Первое. У нас добавлен фильтр не равно. Во все те справки, во все те отчеты, где есть фильтр по цене, по количеству, или же, например, переучете, отчеты, переучет, там есть фильтр разница, добавлено равно, не равно, равна, не равна. То есть для этого, для того, чтобы посмотреть, где разница не равна нулю, делаем, получаем результат. То есть данные товары или отсутствуют, или их излишек. Что есть еще? Группа. В группе добавлена возможность выбора из разных групп подгрупп. То есть теперь вы можете скомбинировать из кухня, бар, там кухня горячая, кухня японская, итальянская, французская и так далее. Бар этаж 1, бар этаж 2, в зависимости от того, какие у вас продукты. То есть чтобы их не группировать по каталогу, если вам неудобно, вы можете их выбрать чекбоксами здесь. Сформируем данный отчет. И что мы тут видим? Пусть будет отчет по приходу. Окей. Отчет по приходу. Формируем. Что мы тут видим? Здесь у нас есть два прихода. Мы видим то, что у нас автоматом открылась вспомогательная панель. Она будет открываться автоматом при генерировании новых отчетов. То есть не все пользователи Microinvest знают, что у нас есть дополнительная панель, знают, что у нас есть возможность создания операции, обновления, там, переноса, отключения колонок без нулевых количеств и тому подобное. Приходится объяснять, нажмите пятую кнопку сверху. Нет смысла. Мы сделали это активацией по умолчанию. Как видите на экране, есть две дополнительных опции. Это редакция документа и это повторная печать. Редакция документа это в старых версиях редакция одного конкретно выбранного документа. В новых версиях я нажму редакция сейчас и у меня откроется два окна. Я сделаю их горизонтально, чтобы вы видели. То есть у меня открылось два подряд прихода, которые мы только что сделали. Если мы выберем 4 документа, у нас будет 4. Сделаем еще раз отчет по приходу. Выберем два разных документа и сделаем повторную печать. Повторная печать у нас распечатает товарную квитанцию по приходу номер 1, товарную квитанцию по приходу номер 2. То есть каждый документ будет выведен на печать. В зависимости от того, что выбрано в редакции администрирования диспетчер печати, в зависимости от того, что выбрано в редакции администрирования диспетчер печати, у нас есть возможность послать автоматом
документ на печать. То есть, если нам не нужен предварительный просмотр, идем в автоматическую печать, и через отчет автоматом будут напечатаны конкретные документы. Двигаемся дальше. Дальше у нас по кассовому журналу. Операция «Кассовый журнал». Как видите, на экране добавлена кнопка обновления. Это убирает необходимость перезагружать кассовый журнал. Ранее в кассовый журнал, чтобы обновить, необходимо было закрыть его, открыть его заново. Теперь в этом необходимости нет. Тут же добавлен фильтр по пользователю. То есть вы видите пользователь. Данный фильтр применяется, когда уровень доступа выше оператора. То есть для операторов нет возможности фильтровать по пользователям. Двигаемся дальше. На вопрос отвечать будет мой коллега, или я чуть позже. Двигаемся дальше. Редакция, администрирование, служебные функции, журнал приложений. Что у нас за сегодня? По SkladPro. А за сегодня у нас логирование всех тех отчетов, что какие-то пользователи запускали. То есть, если пользователь пользуется каким-то конкретным отчетом в SkladPro, будь это отчет собственника или менеджер отчетов, или отчет из пункта меню, все они логируются как пункт запуск, старт отчета, грубо говоря. Ну, также дополнительно для Болгарии добавлен, за нем заостряться не буду, ну, несколько десятков, с десяток отчетов, которые предназначены для инспектора, проверяющего объект на территории Болгарии. Дополнительные оптимизации. Дополнительными оптимизациями у нас является режим пересчета складских количеств. Это оптимизированный режим. Если, например, запустить стандартный пересчет складских количеств, запустим профайлер. Окей, запустим пересчет, то у нас появится три строки всего лишь. Удаление товаров, ставка товаров и обновление партий, лот 1. В случае с пересчетом складских количеств оптимизированным, его можно выполнять на репликации. То есть он не удаляет те данные, которые... Он не удаляет все строки, он обновляет информацию. То есть, как видите, всего лишь один запрос, в котором идет обновление, удаление несуществующих товаров, проверка в остатке и так далее. То есть, объяснять целый запрос не буду. Данный запрос работает как в режиме репликации с партиями, так и без партий, так и локально. То есть, если вам необходим быстрый пересчет, а не полный пересчет, идем в редакцию администрирования служебные функции и выбираем оптимизированный пересчет складских количеств. Про количество по умолчанию я рассказал, это тоже дополнительная настройка. Идем дальше. Редакция, администрирование, импорт. Пусть будет импорт операций. В импорте операций у нас добавлен расширенный приход. То есть для тех пользователей, которым мало стандартного прихода, теперь при импорте можно открыть как новую операцию расширенный приход, задать процент наценки, рассчитать стоимость, рассчитать цену в зависимости от стоимости и так далее. Идем в импорт номенклатуру. Выбираем товары. Идем, давайте я вам открою, покажу, что за файл. Смысл какой? В импорте номенклатур и как партнеров, так и товаров есть возможность указать группу и подгруппу. В старых версиях был только один слэш. Я уже не помню, какой это был. Левый слэш или правый слэш, неважно. В новых версиях поддерживаются оба слэша, то есть для того, чтобы импортировать группу и подгруппу, необходимо было создать сначала какой-то такой шаблончик и попробовать его импортировать. Получилось, не получилось. Не получилось — поменять слэш. В новой версии сейчас у нас поддерживаются оба слэша. Открыть. Чай черный, зеленый, как видите, с двумя разными слэшами. Идем вперед. Идем, отключаем штрих-код. Составим только код наименования, режим замена. Опс. Как так? Микро.
Invest. Идем назад, вперед. Черный, зеленый. То есть данные товары будут сгруппированы. И у нас будет создан дополнительная категория в черном и зеленом чае. Что у нас еще? Оптимизация также коснулась и торгового экрана. Давайте сменим базу на порционную. Торговый экран немножко пополнил свой функционал. Как видите, у меня есть два товара. При указании количества нас система предлагает из какой партии выбрать данную, сделать данную продажу. При комбинированной оплате, как вы знаете, у нас есть возможность внести примечание для России. Данное примечание сериализируется, то есть если мы нажмем ОК, отменим оплату, выйдем, откроем заново торговый экран, еще раз идем в комбинированную, то примечание уже заполнено. Также добавлена валидация телефона, то есть если мы вводим цифры, это ОК, если мы вводим буквы какие-то или критические символы, типа там слэш, все остальное, система говорит, что телефонный номер не является валидным. Можно внести примечание с клавиатуры, если у вас клавиатура есть. Можно нажать сюда примечание, и всплывет экранная клавиатура. Что позволит, собственно, добавить телефон, e-mail, примечание, если мы работаем с тачскрином. Вернемся к стандартному экрану. И вернемся к предыдущей базе. Практически все. То есть это основные изменения, дополнительные оптимизации, исправления багов, которые были. Критических багов нету, все описано в помощь новой версии. И быстренько пройдемся по лайту. Лайт покажу как режим магазина. В ресторане всего лишь мелкие оптимизации по работе с акцизными марками для России. Итак, что видим на экране? На экране видим то, что у нас есть группы, у нас есть товары, например, которые имеют большое длинное наименование. Идем в экранные настройки, меняем размер. Как видите, добавилась дополнительная кнопка, кроме S, M и L, добавился XL. Это удобно при использовании длинных наименований. Идем, увеличиваем размер, и у нас кнопочки стали более читабельными. Также, как видите, здесь добавлена возможность установки на группы товара картинку. То есть, для примера, это у меня установлено на группу товара молоко. Название файла равно коду группы. Картинки, как и все остальные картинки, находятся C, Program Data, Microinvest. Microinvest, Ops, это Program Files. Warehouse ProLite. Да. Как раз да, это Program Files, он находится, папка Pictures. И в самом низу у меня картинка aad.jpg. Размер картинки подстраивайте под размер кнопки. То есть, если мы сейчас уменьшим к S, у нас размер кнопки уменьшится, естественно, что и картинка не будет автоматически масштабирована. Идем дальше. Дальше это у нас уменьшим размер к M. Дальше это у нас добавление товаров. То есть, как помните, у нас было ценовое правило, которое работает по... разным... комбинированная плата по разным каталогам, штрих-кодам и так далее. То есть это дополнительные поля.
В результате чего данное правило применяется и в склад ProLife, что позволяет сделать не группированную скидку, но объединенную по одному единому признаку. Или это штрих-код, или это каталог, или это что-то подобное на, там, вписании. Акция 1, акция 2, акция 3, как это удобно. Также оптимизация коснулась локатора. Идем в локатор, ищем наш пресловутый чай. И перемещаемся по каталогу, по локатору кнопками вверх-вниз на клавиатуре. Это позволяет выбрать товар без применения мышки. Что еще? Еще зайдем под оператором. Идем под оператором. Кассир 1. Добавляем товары. И у нас только null и карта отключена. Как так сделать? Настройки специальные права доступа. Идем в настройки специальные права доступа под уровнем собственник или под уровнем администратор. И запрещаем нашему кассиру все те типы, которые не используются на объекте. То есть в данном случае у меня разрешена оплата наличными и разрешим оплату терминалом. Сохранить, чтобы была возможность продажи карты. Меняем пользователя. И в списке у нас есть null, карта. То же самое при комбинированной оплате, то есть я комбо запретил. Если есть комбо, оно здесь также отображается, что позволит оплатить или null, или картой, или комбинированной оплатой. Дополнительная опция — это у нас повторная печать фискального чека. Это работает в случае, если добавлен реальный фискальный принтер. То есть тот, если стоит не фискальный принтер, то работать он не будет. Потому что на фискалку посылается команда распечатать копию последнего чека. Чек формируем не мы, а фискальный регистратор. Поэтому мы просто посылаем команду. Ну, так-то вроде все. Есть еще дополнительная оптимизация по печати X и Z отчетов и внесении и выплаты. То есть в старых версиях, если вы нажмете печать X или Z отчета и закроете панель управления, то у вас огромная вероятность получить ошибку, потому как Light еще ждет ответа от принтера, а коммуникация уже закрыта пользователем. Теперь в процессе печати X и Z отчета, если у вас стоит фискальный принтер и внесение, выноса, там, других ежедневных отчетов или сверок, панель управления блокируется до окончания печати. Также у нас исправлен один неприятный баг в этой версии, когда количество строк на экране превышает размер экрана, добавляется скроллер и ручной выбор товара по вот этой педальке, по вот этой кнопке выбора товара смещает местоположение курсора на, вот, например, вот эту строку. То есть она еще находится на первом экране, а по факту мы уже находимся на внизу. Это исправлено. Если у кого-то клиенты или там кто-то жалуется из кассиров, обновите версию. Данного бага больше быть, по идее, не должно. То есть, если, например, большой чек, то есть большая вероятность при добавлении товара из боковой панели просто заменить там какую-то конкретную строку. Вот она вот так вот выделяется и заменяется, вместо того, чтобы добавлять новую строку. Исправлено генерирование штрих-кодов для базы Access. То есть, если кто-то пользуется Access и генерирует штрих-коды из Light, обновите версию, там это должно быть исправлено. А также сделана оптимизация выбора товара в визуальном стиле номер 3. Визуальный стиль номер 3 — это самый простой стиль, который позволяет максимально вывести информацию на экран по товару, и в определенных моментах просто открывались настройки вместо того, чтобы добавлять новый товар. Это исправлено в новой версии. Ну, что сказать, на данном этапе все новости завершены. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить.
Судя по тому, что вопросов не вижу, ждем 2-3 минуты. Если вопросы не появляются, тогда данное мероприятие считаем завершенным.